Аким области в ходе рабочей поездки в Степногорск осмотрел ряд объектов. Глава региона ознакомился с ходом ремонта 4 школ с врачебной амбулаторией и физкультурно-оздоровительным комплексом. Какие поручения были даны по итогам поездки, далее в сюжете. В Степногорске, поселке Заводском и Аксу, руководитель области ознакомился с ходом ремонта 4 школ. Марат Ахмеджанов акцентировал внимание подрядчиков на качество работ и сроки сдачи объектов. Если мы говорим, что 20 августа все должно быть готово, ровно месяц остался. Давайте сесть. Жители поселка Аксу на личном приеме граждан подняли вопрос о состоянии врачебной амбулатории 1980 года постройки. Экспертиза признала здание ветхим и не подлежащим ремонту. Аким области приехал в поселок, чтобы лично осмотреть здание. Необходимо детально разобраться в данном вопросе и при необходимости провести повторную экспертизу, отметил глава региона. Государственная экспертиза пройдет, оттуда мы уже будем двигаться. Вы намерены закрывать или нет? Закрывать нет, приостанавливать помощь мы ни в коем случае не планируем. Тогда надо, ремонтировать надо. Также посещена стройплощадка физкультурно-оздоровительного комплекса в Степногорске. Здание будет состоять из 2 блоков. Отмечено, что в первом блоке будет расположен универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Во втором планируются спортзалы для борьбы и бокса, а также тренажерные залы. На территории объекта будут размещены 2 футбольных поля и баскетбольная площадка для занятий стрит-воркаут. Зеринабек Калиев, Адархан Мужубаев, Ардак Леугабылов, Кукши Ахпарат.